Региональный проект «Старшее поколение», который реализуется в Лангепасе, входит в окружной портфель программ «Демография». Задача – вовлечь людей пожилого возраста в культурную жизнь и занятия спортом. Ежегодно в городе формируется план городских мероприятий, направленных на реализацию регионального проекта «Старшее поколение». Так, в текущем году в состав плана вошло более 80 мероприятий, реализуемых муниципальными учреждениями образования, культуры и спорта, окружными учреждениями здравоохранения и социальной защиты населения. В Лангепасе более 9 тысяч пенсионеров. Есть среди них и ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, вдовы солдат 40-х и жители блокадного Ленинграда. Всего 15 человек. Все ветераны обеспечены жильем. Памятным датам всех ветеранов поздравляют глава города. В текущем месяце мы праздновали 3 дня рождения ветеранов. Несмотря на солидный возраст, пожилые люди любят обучаться всему новому. В библиотечно-информационном центре для них работают курсы компьютерной грамотности. Клуб любителей чтения, общения, собеседник. Их часто приглашают в музейно-выставочный центр. Работает университет 3-го возраста. Проходят экскурсии, мастер-классы, лектории, тематические вечера. Центром притяжения людей старшего поколения стал и Центр культуры «Нефтяник». В Центре культуры «Нефтяник» действуют клубные формирования для людей старшего поколения. Представляют жанр хоровой, вокал и хореография, декоративно-прикладное творчество. С участием пожилых людей проводится фестиваль творчества пожилых людей «Мы молоды душой», фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями «Я радость нахожу в друзьях». Очень пользуются популярностью вечера отдыха для пожилых людей. Это на Старый Новый год, на 8 марта, на Красный день календаря, это 7 ноября. Если говорить о занятиях физической культурой, то пожилые люди Лангепаса дадут фору многим молодым. Они с удовольствием посещают спортивные площадки в любое время года. Наши учреждения спорта предоставляют на бесплатной основе лицам старшего поколения услуги. Это плавание ВСК «Дельфин» 3 раза в неделю, это скандинавская ходьба и суставная гимнастика «Дворец спорта». Тоже занятия проводит инструктор по спорту. По субботам в парке «Звезд» проводится массовая зарядка с инструктором и с музыкальным сопровождением. Приглашаем посещать наши учреждения, пользоваться бесплатными услугами, платными услугами, плавать, ходить, оздоровляться и долго жить. Мария Корчагина – одна из тех, кого называют активным и позитивным человеком. Она уже много лет на пенсии. При этом успешно совмещает занятия в различных творческих объединениях и спортивных секциях с домашними делами. Сегодня мы занимаемся плаванием 3 раза в неделю. У нас есть тренер, который нас научила плавать так, как плавают спортсмены в спартакиадах. Мы здесь живем очень активной жизнью. Мы участвуем во всех мероприятиях города. И субботники, и посадка деревьев, и в танцевальный кружок ходим, и поем, хор есть. И даже занимаемся спортом. В Лангепасе созданы все условия для пенсионеров, чтобы жить хорошо и заниматься своими любимыми делами. Продолжительность жизни в России превысила 73 года. Это хороший показатель. Но нужно стремиться к 78 годам, к 2030 году, заявил президент России Владимир Путин. И это станет реальностью, во всяком случае, в Лангепасе, уверены городские власти. Алина Нощенко, Олег Басарыгин. Наши города.